С самого начала протестов в Беларуси Польша выражала солидарность с митингующими соседями и оказывала им всяческую поддержку. Акцию солидарности на белорусской границе провели польские байкеры. Совершенно очевидно, какая ситуация в Беларуси. Нам очень жаль этих людей, и мы хотим показать, по крайней мере, таким образом, что мы вместе с ними, что нам не все равно, что вся Польша и, я думаю, также Европа поддерживают их. Несколько дней назад Александр Лукашенко объявил, что закроет границы с Литвой и Польшей и перебросит туда армию. Он заявляет, что Запад специально организовал массовые выступления против него, чтобы отстранить его от власти. Мы уехали из Беларуси из-за правительства Лукашенко, а также потому, что спокойная жизнь там невозможна. Я думаю, что до закрытия границы не дойдет. Это было бы очередной политической глупостью нашего правительства. Еще один белорус Антон Бык тоже нашел убежище в Польше. Мы гибнем как люди, как нация с этим президентом Лукашенко. И это очень плохо. Шкода же так действует. Жалко, что все так происходит, что людей избивают. Это неправильно. Власть не должна так поступать. Мы не можем оставаться равнодушными. Когда мы с чем-то не согласны, мы должны об этом говорить. Мы должны быть рядом с этими людьми. Польское правительство обвинения со стороны Лукашенко отвергает. По словам представителя МИД Польши, белорусский руководитель ведет психологическую войну против собственного народа, используя мифы о коварных планах Запада для запугивания людей. Мы рассматриваем это прежде всего как еще один инструмент в психологической войне, которую он ведет, в основном против собственного народа. Он делал это с самого начала, с фальсификацией выборов. Пока, несмотря на угрозы, граница работает нормально. А протестующие сдаваться не собираются.